подготовлена к продаже на сиденье Граммер. На сиденье уже поменяли компрессор, подушку, амортизатор, ролики. Вся пневматика полностью новая установлена. По регулировкам салазки вперед-назад сиденье сдвигается. Наклон передней части, регулировка жесткости, регулировка высоты и два уровня поясничных регулировок. Наклон спинки и подголовник с регулировкой наклона и регулировкой высоты. По высоте он тоже регулируется. Вверху неудобно поднимать, фиксаторы там стоят. Сиденье работает от 12 вольт. Нажимаем кнопку. Сиденье пошло вверх. Сиденье замшевое, рисуется, не грязное, вот. Рисуется ткань, замша, на видео вот та грязная. Установить это сиденье можно на абсолютно любую технику, просто подключайте плюс-минус 12 вольт и все. Находимся мы в городе Бердянск Запорожской области. Ссылочку на наш сайт и номер телефона я оставлю в описании. Все вопросы задавайте не в комментариях. Лучше звоните или пишите на Viber.